Ну а сейчас мы находимся на Пушкинской площади. Вот эта Тверская улица, там он Кремль. С другой стороны там дорога на Петербург. Вот Пушкин. Вот это Макдональдс. Первый Макдональдс, по-моему, в Советском Союзе. Вот. Вот такая вот Тверская улица и Пушкинская площадь. Сейчас мне надо будет спуститься. Конечно, вот такое историческое место, да, в городе, даже в большом городе, вот такие исторические места, тем более оно озелененное немножко. Конечно, они нужны. Такие города, которые хранят в себе историю. Но то, что вот понастроили вокруг исторической части Москвы, не знаю, имеет ли это право на существование, оправдано ли это. Все эти коробки. Это, кстати, вот советская история. Известия. А это уже, можно сказать, постсоветская. Это Макдональдс. А вон там, конечно, уже российская история. Вон там Кремль. Ладно, я не знаю, как насчет звука здесь, поэтому я сейчас покажу.